Сегодня в Уджигуте введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция. В торжественной церемонии пуска приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и первый заместитель генерального директора Паурусгидро Андрей Казаченков. Это уже второй завершенный инвестпроект по строительству объекта генерации на основе возобновляемых источников энергии. Подробности расскажет Мурат Жангезов. Пуск Узджигутинская малая ГЭС – это еще один этап в работе Росгидро по развитию гидроэнергетики в Карачаево-Черкесии. Это уже третий энергообъект, построенный в регионе за последние годы. Новые гидроэлектростанции обеспечат стабильную выработку чистой электроэнергии и снизят энергодефицит республики. Среднегодовая выработка электроэнергии составит более 25 миллионов киловатт. Уже построенные и вновь возводимые гидроэлектростанции создают в республике новые рабочие места и обеспечивают налоговые поступления. У нас потенциал еще в два раза больше, чем мы сегодня уже производим. То есть мы в таком развитии и, надеюсь, в программе Росгидро, Министерства энергетики Российской Федерации мы будем находиться и еще ни одну такую станцию откроем. Мы понимаем, что это дорога с двусторонним движением, и она выгодна и для республики, и для компании «Росгидро», ну и в целом, конечно, для энергообеспечения нашей страны. Для создания напора воды на турбинах станция использует плотину Большого Ставропольского канала. Узджигутинская МГС использует воду, которая раньше вхолостую пропускалась через водосброс. Такое конструктивное решение позволило снизить затраты на строительство и повысить эффективность. У нас есть планы по дальнейшему развитию малой гидрогенерации в регионе. Для нас это приоритетные проекты. Мы вместе с вами, вместе с населением республики, с властями, с партнерами работаем, чтобы сделать энергетику республики надежные, экологичные и доступные людям. Узджигутинская МГС отвечает самым высоким экологическим требованиям. Негативное воздействие на окружающую среду практически отсутствует, а водный режим ниже по течению не изменяется. В гидротурбинах станции на водоприемнике смонтированы рыбозащитные устройства. Применены самые современные рыбозащитные сооружения со стороны Большого Ставропольского канала, которые позволят обеспечить защиту для местных пород рыб. И здесь используется минимум смазочных материалов, что исключает попадание этих загрязняющих веществ и в воды Большого Ставропольского канала, и в реку Кубань. Сооружение Узджигутинской МГС включает в себя водоприемник и два турбинных водовода. В здании ГЭС размещены два гидроагрегата вертикальной компоновки, каждый из которых состоит из гидротурбины и гидрогенератора. Особенностью станции является отсутствие силовых трансформаторов. Это означает то, что электроэнергия выдается в общую энергосистему по двум линиям электропередачи. Общая мощность расположенных в республике гидроэлектростанций теперь составляет более 306 мегаватт. Мурат Жангезов, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.